Отличный и привычный гарнир, вкус которого всем знаком, жареный картофель, поджаристый и аппетитный. Готовить его очень легко, к тому же, он сохраняет свою форму. Наверное, это самое простое блюдо, которое можно приготовить. Но в нашей семье очень любят жареную картошку. Аромат жареной картошки, чеснока и петрушки не оставит вас равнодушными. Любителям картошки посвящается. 1. В кастрюлю сложите вымытый чистый картофель, покройте его немного водой, добавьте масло, измельченный чеснок и петрушку. 2. Доведите картофель до кипения на среднем огне. И варите его 10-12 минут под закрытой крышкой. 3. Как только выкипит вода, откройте крышку кастрюли и поджарьте в той же кастрюле картофель 3-5 минут. 4. Готовый картофель приправьте солью и перцем по вкусу и подавайте к столу.